вот тут у нас сосредоточены товары по категориям, и тут также можно перейти в режим смешанных товаров, то есть уже просматривать их не по категориям, а в одном списке, но тут можно только добавлять в список покупок или удалять из списка покупок. Назад. Также здесь все то же самое. Добавляем, добавить кастомный товар с выбором конкретной категории. Ну, тут бакалею выбрать и добавить. Можно добавить все товары списка избранных в список покупок. Можно добавить все товары, допустим, в первый шаблон. Можно все товары вообще из списка избранных удалить. И можно добавить все товары из определенного шаблона.